Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем проект Libra Credit. Данный токен уже торгуется на бирже и есть на CoinMarketCap. Рыночная его стоимость 0,05 доллара. Торгуется уже токен достаточно давно, с мая 22 числа. И присутствует на таких биржах, как OKEX, Huobi, Buybox, OKEX Gate. Ну, в общем, представительство очень-очень хорошее. Биржевое. Давайте немного разберемся о самой технологии проекта и что это такое. Libra Credit — это децентрализованная кредитированная система, которая будет способствовать открытому доступу к кредиту. И располагается она на блокчейне Ethereum. Она будет запущена с поддержкой Crypto to Crypto и Crypto to Fiat кредитованием для формирования экосистемы, которая заключает в себя следующее. Это собственные патентированные кредитные модели на основе искусственного интеллекта. Также это приобретение клиентов и партнерство, которое связано с электронными кошельками. Это наличие кредитов и партнерство со стабильными токенами для обеспечения ликвидности. Также это обширная сеть биржевого партнерства и партнерская сеть проверки подлинности. Libra Credit нацелена на то, чтобы предложить услуги цельного цифрового процесса кредитования, который может быть выполнен в 5 шагов. Это приложение, проверка и кредитная оценка, подтверждение, залоговый депозит и, собственно, выплата. Кредитная платформа Libra фокусируется на механизме подсчета риска обеих сторон кредита, который учитывает кредитоспособность заложенного обеспечения, а также кредитную информацию заемщика. Заемщики смогут закладывать любые криптоактивы в качестве обеспечения и получать кредиты в желаемом активе, используя смарт-контракты, систему оценки и ликвидации залогового преимущества. Libra Credit будет фиксировать согласованные условия между заемщиками, кредиторами, хранителями, гарантами и ликвидаторами. Что касается самой технологии, в данный момент компания уже выпустила приложение, которое и для регистрации на платформе нужно пройти KFC. И есть кошелек BlockLoan для предоставления суды. Пока доступны такие пары, как эфир, USDT, Bitcoin и Libra Credit. Libra Credit состоит из нескольких основных компонентов. Это первая непосредственно финансовая структура, которая позволяет осуществлять займы. Займы в крипте и стейбл в токенах. Второй момент — это интеграция в партнерскую сеть. Здесь чего только нету: и кошельки, и биржи, и коммерческие платформы, и полностью все-все-все. Третий момент — это, естественно, смарт-контракты на базе блокчейна Ethereum. Без них, конечно же, никуда. Четвертый момент, и, собственно, это вишенка на торте, это автоматизированная система оценки заемщика, основанная на анализе данных по приведенным формулам, что называется Big Data, собранная из кредитной истории и даже из соцсетей при помощи искусственного интеллекта. Но каким образом и откуда эти данные будут получены, не очень на данный момент понятно. Хотя есть даже формула для расчета, которая находится в white paper. Для чего нужны токены, собственно, платформы, и каким образом можно их оценить? Токены LBA нужны для работы со следующими целями. Первое — это членство. Плата за доступ к платформе, которая позволяет заемщикам подавать заявки на получение кредита. Второй момент — это сделки. Средства обмена на платформе Libra Credit, плата за услуги для успешных транзакций. Четвертый момент – это вознаграждение. Вознаграждения будут предоставлены заинтересованным сторонам, которые вносят свой вклад в проект посредством разработки или направлений. Четвертый момент – это руководство. Обладатели токенов LBA будут иметь право голоса по конкретным проектам и приложениям для содействия развитию платформы. Так как использование токенов LBA связано с уровнем активности кредитной платформы Libra, то бишь, чем больше действий на платформе с точки зрения участников и займов, тем более ценным будет сам токен Libra.
Что касается партнерских отношений компаний, то тут в white paper на карте, которая отображает схему работы платформы, заявлено огромное количество партнеров, но на сайте официального этому подтверждения нет. Ну, в данный момент настораживает. На некоторых сайтах указаны в партнерах Libra, но упоминаний о них нету. Например, это CryptoPerency, LinkDC, DHVC. Есть, конечно же, и упоминания на некоторых площадках. Возможно, это лишь упущение, потому что в соцсетях это подтверждено некоторыми инвесторами. У некоторых сайтов инвесторов еще даже, в принципе, и не существует. Ну, не успели крупные венчурные криптопредприятия создать себе хотя бы какие-то одностраничники. Видимо, у них слишком много работы. Но вот две компании мы можем наблюдать, что у них Libra Credit, собственно, есть на сайте. Это Sinom Capital и также GBC. У них также на сайте указано, что Libra Credit является их партнерами. Что касается GitHub, то тут довольно интересная ситуация. Прототипов, собственно, нету. Ссылки на разработки кода на сайте тоже нету. И, ну, при самостоятельном поиске это все, что удалось обнаружить. Тут создано 8 репозиториев и обновляется очень редко, причем всего одним человеком. Очень как-то подозрительно это выглядит. Ребята выходят, вышли уже, прошли этап ICO и собрали средства 26 миллионов, но на сайте на самом деле не указаны специалисты из области блокчейна, кроме Ховарда Ву. И также люди, которые занимались бы разработкой искусственного интеллекта. Этот момент на самом деле очень настораживает. И хотя именно эти составляющие являются основными в построении модели управления проектом, что также очень странно. Что касается команды, возглавляет проект. У проекта хорошая, сильная команда, и состоит из старших руководителей PayPal и успешных предпринимателей в кредитном пространстве. И я считаю, что предыдущие успехи в смежных предпринимательствах являются сильным индикатором будущего успеха. И чтобы укрепить платформу Libra Credit, уже работают с такими перспективными проектами, как Radar Relay и Maker DAO. С такой перспективной командой в будущем проект должен создать хорошие партнерские отношения, я считаю. Также проект поддерживается различными институциональными инвесторами, которые могут обеспечить первоначальный капитал, который они уже обеспечили. И, собственно, они и являются кредиторами. Что касается партнеров и инвесторов. В принципе, мы уже про это поговорили. Вот у нас есть два сайта. Libra Credit, где есть на... где они указаны как партнеры и инвесторам. На остальных сайтах, к примеру, Jackroot Capital, это инвестиционная фирма блокчейн, которая сосредоточилась на базовой инфраструктуре, протоколах сохранения конфиденциальности и ранних стадиях. К примеру, тут, ну, также мы видим пробел. Данхуа Capital также в портфолио не указаны. И эти моменты на самом деле немножко настораживают. Что касается опасений о самом проекте, то тут существует уже несколько проектов по блокчейну кредитованию, и конкуренция на самом деле тут жесткая. Прогресс развития платформы Libra в принципе довольно быстрый, если его сравнивать с остальными платформами. Система кредитования Crypto2Crypto кажется хорошо продумана, но система Crypto2Fiat такой на самом деле еще не кажется. И следуя технической карте проекта, система кредитования Crypto2Fiat будет запущена в третьем квартале 2018 года. И с подробностями, отсутствующими в еженедельном обновлении блога о кредитовании Crypto2Fiat, трудно оценить, является ли предлагаемая временная шкала разумной. Техническая дорожная карта довольно расплывчатая, без подробностей, и сложно анализировать, какой на каком уровне планирования проекта находится сейчас команда. Подводя итог, можно сказать, что из плюсов у проекта вроде бы работающая пилотная версия приложения и быстрый unlock токенов. К минусам можно отнести, это плотная конкуренция. И есть слухи, что адвайзеры не подтверждали участие в проекте.
Ну, в этом плане будет ожидаться дополнительная информация. К тому же ни у кого из адвайзеров в линке не указан Libra Credit. И половина партнеров — это фонды, которые и вложили деньги в проект. С другой стороны, свежие воспоминания о полускамном Credit, который мощно пропампился ботами и шиллингом SuperMoney. В принципе, на этом у меня все. Ссылки в описании я оставлю на данный проект. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. Всем пока!